Привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Раскрутка и Продвижение. Если вы зашли на это видео, значит, вас интересует эта тема. Еще больше информации мы даем в своем телеграме, в котором каждую неделю разыгрываем бонусы. Переходим на него по ссылочке в описании видео или через вот эту плашечку smmrut.com. Тут множество всяких разных крутых предложений специально для вас. Ну а сейчас к основной теме ролика. В приложении SMMRoot. Сейчас я покажу вам этот замечательный сервис, с помощью которого вы сможете накрутить лайки, подписчиков, просмотры на истории и все, что вам необходимо. Делается все очень просто. Заходите в свой браузер, вбиваете smmroot.com и переходите по первой ссылке. Для начала давайте зарегистрируемся на этом сервисе, ну а если у вас есть кабинет, то входите в него. Для регистрации нажимаем вот эти три полосочки и кнопку регистрации. Вводим свой email и два раза пароль и нажимаем создать аккаунт. Все, вы находитесь в своем личном кабинете. Давайте перейдем в мой инстаграм и посмотрим, какие фоточки у меня там есть. Как раз недавно я был на море, и вот такие вот фоточки у меня тут остались. Ну, я думаю, что такой вот изысканный ужин с шашлычком должен получить больше, чем 5 лайков. Так что сразу скопируем ссылочку на него, возвращаемся на сайт smmroot.com. Выбираем в каталоге услуг продвижения Instagram и выбираем лайки на публикацию эконом. Конечно же, здесь огромный выбор и подписчики, и получше лайки, но чтобы просто продемонстрировать работу сервиса, выберу самое дешевенькое. Он так и называется эконом. Нажимаем заказать. Сейчас нам необходима ссылка на нашу публикацию. Вставляем ссылочку, которую скопировали ранее. И давайте укажем, ну я думаю, 50 лайков. Так, время запуска 10 минут, качество оферы, география весь мир, скорость 5000 в день. Отлично, 50 лайков мне обойдется в 9 рублей 38 копеек. Нажимаем запустить. Пишет, что недостаточно средств. Нажимаем пополнить баланс. Введите сумму, давайте 100 рублей, так как думаю, этот сервис мне очень сильно понравится. И выбираем способ оплаты, UnitPay или Kiwi кошелек. UnitPay можно платить как с телефона, MasterCard, Visa, Samsung Pay, Apple Pay или Google Pay. Но мне удобнее всего с Kiwi, поэтому выбираю его. Нажимаю оплатить. И вот я уже пополнил, нажимаю запустить. Все, лайки на публикацию, дата, время, количество и цена в обработке. Отлично. Следить за статусом своего заказа вы можете вот тут. Нажимайте на три полосочки. Активные заказы. И вот здесь вы можете следить. И вот я вижу, что первые лайки уже пошли. Давайте обновим страничку и посмотрим. Отлично, уже не 5, а целых 20 лайков. Шикардос. Все работает. Что ж, ребят, кто хочет так же, то ссылочку на этот замечательный сервис я оставлю в описании к этому видео. Переходите, пользуйтесь и становитесь звездами всяких различных платформ. Напомню, что тут есть продвижение в Instagram, в Telegram, ВК, TikTok, Одноклассники, Twitter, Лайки, YouTube, Яндекс.Цен и даже магазины приложений. А видео подходит к концу, обязательно проявляйте свою активность и пишите в комментариях, на какой вид раскрутки вы хотели бы увидеть в следующем видео. Ну а я запишу подробно, как это сделать. Всем удачи!